мы вот рады видеть здесь руководство Intel, вот Камиль Исаев, руководство кафедры, вот Арнольд Плоткин, вот, безусловно, актив лаборатории Владимира Станиславовича. И вот хорошая традиция, которую вот поддерживает Аня Лобанова, это вот периодическая пресс-конференция, где мы обсуждаем и докладываем результаты работы этой интереснейшей и серьезно развивающейся структуры. Сегодня мы собрались вот здесь, в здании и в помещении IT-центра факультета, который мы в течение 3 лет создаем и оснащаем, развертываем как некий центр технических средств программного продукта и кадрового состава, надеясь получить синергию. Вот здесь телекоммуникационное у нас направление, это космические спутниковые системы связи. Мы выходим здесь в прорывной диапазон, миллиметровый диапазон, это высокой скорости в коммуникации. Здесь мы ведем работы на мировом уровне, лаборатория трещиков, это волоконно-оптические коммуникации с очень высокими скоростями. Здесь мы начинаем работы с Alcatel вот, по беспроводным системам связи, это тоже высокоскоростные, это системы 4-го поколения. Здесь у нас компьютерный центр, вот центром которого является лаборатория Пентковского, это вторая крупная составляющая. И здесь вот мы будем развивать средства визуализации с тем, чтобы, ну, как можно было понятней специалисту, были понятнее были специалисту результаты моделирования наших исследований и так далее. Вот синергия этих 3 компонентов мы здесь надеемся получить. И, конечно, сердцем этой работы, основой этой работы является лаборатория Владимира Станиславовича Пентковского. И вот тот коллектив, который он сформировал. За прошедшее время мы видим, что очень хорошо лаборатория продвинула в своем развитии и в части создания мощных вычислительных средств, позволяющих выходить на моделирование структур, близких по производительности, близких пока к экзофлопным. Вот здесь ведутся работы по освоению новых программных продуктов, и мы видим, что очень серьезные и хорошие перспективы в этой лаборатории. Главным образом, благодаря поддержке, конечно, компании мирового уровня, компании Intel, где у нас базовая кафедра, и которая является драйвером, одним из ключевых драйверов факультета. У меня бы их 3 назвал, таких драйверов. Это Intel в компьютерный сайенс. Это Ростелеком, наше базовое предприятие. Это в телекомах. И это Алмаз Антей. Это вот понятно где. Это связано с оборонно-промышленным комплексом, локацией, системами и так далее известными. Спасибо за внимание.